Новоселье для малышей. Глава города проинспектировал новые группы в детских садах. Семейный наркоподряд. В Губахе пресечен канал сбыта героина. Игра в эпоху. В Березняковском драматическом театре готовят очередную премьеру. Это новости на ТНТ, в студии Елена Вавилова. Здравствуйте. Храм Иоанна Предтечи будут укреплять. Об этом сегодня заявили специалисты Института Галургея на очередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Какие темы еще обсудили на совещании, расскажет Михаил Якунин. Заседание комиссии началось с отчета о мониторинге в районе Воронки на первом рудоуправлении Уралкалия. Ситуация там стабильна. На втором провале тоже особых изменений нет. Самые большие деформации земной коры фиксируются в районе панели переходного периода на территории БШСУ. Это подтверждают и фотографии, полученные со спутника. Процессы там сегодня происходят. И вот по прогнозам гидрогеологов, ну они, безусловно, они такие оценочные, что возможно некие процессы развития дальнейшее карстообразование. Следующей обсудили тему храма Иоанна Предтечи. В последнее время его стены и своды опутала паутина из трещин. На прошлом заседании комиссии глава города распорядился в кратчайшие сроки принять меры. Продолжается комплексное обследование. Заключение будет у нас где-то в июне месяце, да. Но не дожидаясь заключения, вот разработан паспорт для установки тяжей для укрепления свода. Также на сегодняшнем заседании представители АВИСМы рассказали о причинах ЧП, которое произошло в апреле. Напомню, тогда рабочий химико-металлургического цеха провалился ногой в кислотную канализацию и получил ожог. Представители предприятия заявили, что выводы сделаны. Основная причина – неудовлетворительная организация производства работ. Запланировано 6 мероприятий. Мероприятия выполняются. Значит, дисциплинарной материальной ответственности привлечены старший мастер и старший мастер. Михаил Якунин, Максим Колчанов. Новости на ТНТ. В березняковских детских садах открываются новые группы. Сегодня, в Международный день семьи, глава города Сергей Дьяков лично навестил новоиспеченных детсадовцев. Репортаж Евгении Кокшаровой. В детском саду номер 29 пополнение, 22 маленьких новосела. Две новые группы, каждая из которых рассчитана на 15 мест, еще не заполнены. Например, маленькая Полина посещает садик всего второй день. Пока мама приводит кроху только на пару часов. Конечно, места не ожидала, потому что недавно ходила в комитет и сказали, что место будет, ну, очередь у нас устанавливается ближе к сентябрю. Поэтому даже где-то обрадовалась, потому что сама работаю учителем, в сентябре выходить на первый класс, и поэтому у Полины есть возможность адаптироваться. Малыши удивленно смотрят в объективы телекамер и теряются в присутствии гостей. Посмотреть состояние вновь открытых групп сегодня лично решил глава города Сергей Дьяков. Всего в этом году в березняковских детских садах планируется открыть 13 групп, а это 220 новых мест. Группы открываются за счет приведения в образовательное учреждение в соответствии с проектом. То есть у нас были времена, когда детей было немного, и некоторые помещения групп были задействованы под что-то другое. И за студии, зимние сады, методические кабинеты. Сегодня все эти территории учтены, посчитаны, и вот как раз в этих территориях мы приводим все в соответствие. Сейчас мэр проверяет состояние групп в детском саду номер 66. Здесь открыто 20 новых мест. Кроме того, реконструкции подвергнутся еще три детских сада – 38, 76 и 78. По словам Сергея Дьякова, для создания дополнительных 220 мест из городского бюджета выделено 37 миллионов рублей. Далее задача восстановления детских садов – трех. Это на съездите, увидите, на Льва Толстого там делается работа, да. Я думаю, что в пределах мая выйдут уже на аукцион на Ломоносова 125. И на 18-й бывшей школе, на 30 лет победы, документация приходит в главгосэкспертизу. Там проект посложнее, потому что в этом детском саду есть бассейн. Кроме того, в этом году город взял в собственность еще два заброшенных здания детских садов, которые планируется восстановить. Но это в планах. А сегодня глава остался доволен состоянием двух дошкольных учреждений, в которых побывал. Кроме того, представители комитета по вопросам образования пообещали, что к сентябрю этого года очередь в детские сады практически исчезнет. В садик смогут ходить почти все березняковские малыши в возрасте от 3 до 7 лет. Евгения Кокшарова, Степан Некрасов, новости на ТНТ.
В Губахе пресечен канал сбыта героина. Наркополицейские выследили и пресекли деятельность целой преступной группы, в которой была и супружеская пара. Во время обыска на квартире наркодилеров были обнаружены свертки с наркотическим средством героин, общая масса которого составила 80 граммов. А в пакете что находится? Героин. Тоже героин находится? После обыска были задержаны все члены преступной группы. Оказалось, что один из наркосбытчиков был стажером, а в момент задержания уже являлся штатным сотрудником одного из исправительных учреждений. Очевидно, наладив сбыт наркотиков в городе, злоумышленник планировал установить контакты с потенциальными покупателями среди осужденных. На данный момент уголовное дело по данной преступной группе передано в суд. 13 мая сотрудники охранно-конвойной службы отметили свой профессиональный праздник. В Березняковском отделе полиции по этому поводу сегодня прошла торжественная оперативка. 13 мая 1938 года приказом Народного комиссариата внутренних дел СССР был объявлен временный устав конвойной службы рабоче-крестьянской милиции. Дата принятия этого документа и стала днем профессионального праздника. Сотрудники этой службы сопровождают заключенных, следят за порядком во время судебных заседаний и в изоляторах временного содержания. Это те люди, которые на сегодняшний день должны быть подкованы не только юридически, но и физически, которые постоянно несут службу с боевым оружием, которые несут ответственность. Те люди, которые, несмотря на те проблемы, которые на сегодняшний день существуют и по ИВС, и нехватки личного состава в конвойном подразделении, несмотря на это, они выходят в нерабочее время на охрану общественного порядка. Хотелось бы действительно еще раз поблагодарить сотрудников за службу. Сегодня в честь 75-летия со дня образования охранно-конвойной службы лучшие березняковские сотрудники получили памятные грамоты и нагрудные знаки. А троих полицейских повысили в звании. Далее в нашем выпуске вы узнаете, какую премьеру готовят в Березняковском драматическом театре. Подробнее об этом мы расскажем сразу после рубрики «Деловые новости». Зимой семья Ирины и Евгения Марченко пополнилась. На свет появился долгожданный малыш. Чтобы больше времени находиться на свежем воздухе, вдали от пыли и зноя, супруги решили отремонтировать дачный дом и все лето провести за городом. Денежный вопрос пермяки доверили Восточному экспресс-банку. Супругам предложили простое и практичное решение – оформить быстрый кредит на быстрый ремонт. Так как у нас маленький ребенок, мы решили как можно больше времени проводить на свежем воздухе. И решили обустроить наш дачный дом. Знакомые посоветовали нам обратиться в Восточный экспресс-банк, где они сами брали кредит на ремонт на очень выгодных условиях. Свободный график погашения, сумма кредита до 500 тысяч рублей, начисление процентов только на ту сумму, которую вы потратили, и главная переплата – всего 11,8% в год. Вот лишь некоторые выгодные условия быстрого кредита на ремонт. А то, что он действительно быстрый, семья Марченко убедилась лично. Уже через 15 минут банк принял положительное решение. Ирина с Евгением поспешили в магазин строительных материалов. Мы уже выбрали межкомнатные двери, напольное покрытие. Осталось выбрать сантехнику, обои. И все-таки нужно выбрать камин. Какая же дача без камина? С помощью быстрого кредита на ремонт от Восточного экспресс-банка супруги планируют не только приобрести строительные материалы, но и установить на даче кондиционер, заменить систему отопления, подключить дом к сигнализации. Условия кредита это позволяют. Кстати, Восточный экспресс-банк предлагает кредиты не только на ремонт. Выгодные условия действуют при покупке автомобиля, займы на неотложные нужды, кредиты для развития бизнеса. Кроме того, получить кредит на специальных льготных условиях может любой пенсионер. Подробности на сайте или по телефону бесплатной горячей линии 8 800 107 100. Игра в эпоху. Именно в таком жанре в Березняковском драматическом театре поставили барышню-крестьянку. Главную роль играет студентка музыкального училища, а актеры преимущественно находятся в зрительном зале. Подробности предстоящей премьеры у Евгении Кокшаровой. Глядя на студентку 4-го курса Надежду Аленочкину, приглашенный режиссер из Москвы Андрей Шляпин сразу понял, перед ним пушкинская Лиза, та самая барышня-крестьянка. Даже искали от моего образа что-то, вносили. Она такая вся немножко ветреная, такая как дикая, такая. Но эта роль у меня первая, главная. Очень сложно, безумно сложно, страшно, очень волнительно. Прям даже до дрожи, не знаю, даже сейчас стою, волнуюсь.
Кстати, действие будет проходить в камерном пространстве. Зрители будут сидеть на сцене, а в распоряжении актеров целый зал. По сюжету избалованная уездная барышня влюбляется в молодого барина и составляет целый план маскарад по его обольщению. Московский режиссер адаптировал повесть великого классика для игры в современном театре. Мы все равно, мы катастрофически другие люди. Мы кардинально отличаемся от людей той эпохи. Мне кажется, мы уже кардинально отличаемся от начала 20 века, современные люди. И достоверно сыграть 19 век в принципе невозможно. Поэтому мы называем по жанру это игра в эпоху в двух действиях. «Барышня-крестьянка» на Березняковской сцене – это история о любви и ее выражении. Мы признание в любви, как мне опять же кажется, делаем уже несколько другими словами, что на самом деле безумно жаль. Очень жаль, что уходит эпистолярный жанр, в принципе. Сейчас письма на 12-14 листах своему любимому представить сложно, потому что все равно сейчас сводится все к коротким смс, любимый. Драгоценный, хороший, я тебя люблю, купи батон. Язык, слово, Александр Сергеевич Пушкин, очень сложное слово. Мы сейчас как раз этим спектаклем ломаем то, что как сейчас разговаривают и как тогда разговаривали. Все по-другому. Оценить инсценировку великой повести березняковские поклонники «Мельпомены» смогут уже в субботу, 18 мая. Премьера состоится в 6 часов вечера. Евгения Кокширова, Степан Некрасов, новости на ТНТ. Программа «Новости на ТНТ» продолжает акцию, посвященную Дню Победы в Великой Отечественной войне. Мы вспоминаем о героях-березняковцах, которые сражались за Родину. От героев былых времен не осталось порой имен. В честь Дня Победы телеканал ТНТ «Березники» объявляет акцию «Герои Великой Победы». Смотри новости на ТНТ, определи адрес мемориальной доски и звони по телефону 2016-20. Участвуй в акции и выигрывай фотоаппарат. Правильный ответ на предыдущее задание. Мемориальная доска Алексею Вавилину установлена на доме по адресу улица Вавилина, 23. В ряды Красной Армии Алексей Вавилин был призван в 1942 году. Окончив офицерские курсы, стал командовать стрелковой ротой. В летних наступательных операциях 1943 года он проявил себя смелым, храбрым и инициативным командиром. Погиб в бою при освобождении от фашистов одной из деревень. 16 октября 1943 года Алексею Вавилину посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Это было последнее задание нашей акции. Победителя мы назовем в пятницу, 17 мая. И в конце выпуска напоминаю, что мы делаем новости вместе с вами, если вы хотите пожаловаться на проблему, если вы сняли на видео необычное событие или происшествие, если вы знаете то, что будет интересно другим, поделитесь этой информацией с нами. Автор лучшей новости недели получит вознаграждение 3000 рублей. Мы ждем ваших звонков по телефону 20 16 20. Вы смотрели главные новости города. Далее вас ждет прогноз погоды и новый выпуск проекта «Будь в теме». А я прощаюсь. С вами была Елена Вавилова. Всего вам доброго и до скорой встречи. Спонсор прогноза погоды – «Климат-маркет. Технологии климата». Весь ассортимент климатического оборудования по низким ценам. Советский проспект 2. 22 мая во Дворце культуры имени Ленина. Рушель Блаво с новой авторской программой «Лечебные силы звука». В Березняках 16 мая облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Температура воздуха ночью плюс 5-7 градусов, днем 17-19 тепла. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. В четверг солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Информация предоставлена Центром ФОБОС. Купить кондиционер в Березниках? Теперь это легко и недорого. Советский проспект 2, Строймаркет Агроснаб. Все кондиционеры здесь. Технологии климата. Звони 29 25 99. Рушель Блаво приглашает на новую оздоровительную встречу «Лечебная сила звука». 22 мая в ДК имени Ленина. Начало в 19:00. Билеты уже в продаже.